надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там. Thank you.
Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йоринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. И я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Без понятия. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Йоринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Йоринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Йоринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть... процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить. Но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Кочиракосо. Итак, Ханако-сама, я хотел бы спросить вас. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Так и Мура не надо. Хотя бы один из вас не кретин. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя. Не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот биочип.
Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Йоринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Йоринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, Бестия еще жива. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься, типа ничего и не было! Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с Бестии. Я ее 1000 лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь Бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Ничего. Не спрашивай. Тут понравилось? Точка. Давай, может, встретимся и поговорим, а?
Ты в Лизис? Хочешь, зайдем? Смотрел, что ли, Дима? Вон там. Вон там. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. У меня хорошая память на лица. Мы сейчас закрыты. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Эй, давай еще раз. Что там крепко тебя оставляет? Опять устраиваем. Эй, куда собрался? Там ничего интересного пусть нет. Пусть идет, это друг Джуди. Ну ты добил твой бабулью. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Мне вроде ясно выразилось. Или что, намек был слишком тонкий? Вы мне чем-то напоминаете кочевников. Они тоже любят поговорить о поддержке и взаимопомощи. Классическое противоречие. Что важнее, семья или остальной здесь мир? Здесь клуб, и всем насрать на твое мировоззрение. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Я тоже получил пулю. Ой, да что ты. Для наемников риск — это часть профессии. Конечно, я рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идет.
Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей, ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мегабашня? Статусное место. Стой! Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? Ты же не Кэвин. Тебе никуда не пора, малыш? А за виртами Джуди? Да? Годные штуки. Сама посматриваю. Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Ха. Наше знакомство – честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Ты не можешь! У меня жена! Пошел! Пока, Каакада. Госпожа и хозяйка Уэстбрук. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. И твой друг. До связи.
Я слышал, ты вчера... А может... Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно, но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительно? Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. По смерти. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Я ищу Эвелин Паркер, она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Облака одно из самых... Спасибо.
Желаю вам приятного отдыха. А ты он? Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут Винсент? О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь? У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Окей. Тогда скажи мне, чего я боюсь. Есть то, что ты ото всех прячешь. Ну, значит, для этого есть какая-то причина. У всех свои секреты. Да. Ты должен сам ответить на свой вопрос. Не для меня, для самого себя. Тишина. Я сдох один раз, а теперь подыхаю заново. Еще и не знаю, как это остановить. Ну что, довольна? Ты боишься, потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Ничего не изменилось. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще, кем-то другим? Те, кого я потерял, живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-нибудь. Или стану мерзким голоском в голове чужого человека. Ты же понимаешь, что смерть — это не разрушение, не конец всего, а перемена. Эта мысль может спасти тебе жизнь. Я боюсь стать кем-то другим. Забыть, кто я есть. Ты и так становишься кем-то другим. Каждый день, каждую секунду. Но я все-таки чувствую связь между тем, кем я был, и в кого я превращаюсь. На самом деле, ты боишься стать тем, кого ты совсем перестанешь узнавать. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда
Возможно, стоило. В Найт-Сити можно с легкостью поймать пулю, даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой, добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь дотла, пусть горит. Спасибо за все это. Так не хочется вставать. Никому не хочется, но всему приходит конец. По смерти. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило, но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле. А что-то необычное последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в вип-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы? Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в вип-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Да уж. Ты сейчас обратно наверх? Ага. Они как начинают орать, что им больно, так все. А тут я бы. Это голограмма. Ой, что ли? Уже помечтать нельзя.
Что будете? Хоть бы этот не пиздел не по делу. Два секс-зомби за один день – это слишком много. Даже… Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю. У меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была Осака или Осло? Осло. Да, точно, Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой,